трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Вступивший в октябре в силу новый регламент ГИБДД уже хотят доработать. МВД планирует поправить пункт, в котором говорится о том, что сотрудники ДПС обязаны заполнять документы шариковой ручкой, либо с использованием печатающего устройства. Однако, как известно, шариковая ручка становится бесполезной, да, на морозе. В общем, гаишникам разрешат брать в руки любые ручки, хоть перьевую Паркер. Трасса 101. Программа обучения в автошколах расширится. После 25 ноября курсанты будут осваивать навыки общения с бортовым компьютером, навигационной системой и устройством вызова экстренных служб «Эроглонасс». Кроме того, учащимся объяснят, как оформлять небольшую аварию по Европротоколу. Трасса 101. Новые Nissan Sentra и Nissan Pathfinder в России больше приобрести нельзя. Производитель решил свернуть продажи этих моделей из-за низкого спроса на них. Только 4% в общем объеме продаж за 2016 год. Японцы хотят переориентировать клиентов на свои кроссоверы, выпускаемые в Санкт-Петербурге. Это Qashqai, X-Trail и Murano. Трасса 101. В любопытную, но грустную историю, однако с хорошей концовкой, угодила жительница Астраханской области. Она решила отремонтировать свой Mitsubishi Lancer и воспользовалась услугами неофициального сервиса. Ждала возврата машины барышня целых 2 года. Слесарь, занимавшийся автомобилем, все это время врал, мол, случай тяжелый, потерпите. А на самом деле японца он давным-давно продал. К счастью, полицейские Lancer отыскали и вернули законной владелице. Слесарю дали 1 год исправительных работ. В интернете появился ресурс, на котором можно проголосовать за будущее название строящегося моста между Керчью и Таманью. Пользователям предлагается выбрать один из 5 вариантов – Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы, Мост Воссоединения и Крымский. Последний сейчас лидирует. Добавлю, что мост протяженностью почти 20 километров должны начать сдавать ближе к концу 2018 года. Затраты на его возведение, по некоторым оценкам, уже перевалили давно за 300 миллиардов рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.